Это первая игра, чтобы ты понимал. Да, вот играли, задержка. Время! Георгий, ты тут? Что сегодня за футбол? Кто играешь? Ты на Тбилиси? Да, в Тбилиси с кем-то играешь. Я думал, там. Можно начинать, ребят. Георгий, ты установил 4, регламент 4 игры по 7 минут. Тут 4 игры, не 8. И, короче, надо что-то с этим делать. Что ты говоришь? Так. А кто пас дал? Или перехват? И добавь, пожалуйста, 4 игры как-то, не знаю, вручную или как это делается, но чтобы сейчас игра не завершилась, я несколько игр у меня. А я там не был, но вроде да, я просто там собирался это. Тренировать, да, но вроде нормально. Потом... А там, по-моему, такой же, как на 35. Нет, там много. Тут прям полис, тут такой же, как тут. Насколько я знаю... По картинке какой-то, я видел, как будто она прям вообще короткая. А, ты по размеру имеешь в виду? Нет. Ну, оно типа, ну, не как на 35, то есть вот по качеству оно еще не убитое. Ну, я думаю, что 9 на 9 там много. 9 на 9 играется на поле, которое половина большого поля, понял? Вот там по размерам хватает 9 на 9, а тут оно все равно больше плотности.
когда делают такое поле, оно обычно под 8 на 8. А ты что-то не успеваешь играть? Нет. Очкованника давно не было. У меня впервые за 2 недели рабочая. Что еще раз? Работа появилась, поэтому... Ну ты же там же работаешь? Нет. Ты опять ушел, что ли? Ну, сейчас первый работаешь. Не, ну ты же в Дигоме работал. Да, сейчас там. А, ну ты говоришь просто... Все, Георгий, спасибо, хорошо. Ну, после этой игры посмотрю и скажу. Сейчас еще это... Сейчас уже. Ну, да. Завтра работаешь? С утра? Да, у меня... 5 игра в Аргентине. 5 что? Игра в Аргентине. А, чемпионат начался? Да. Ничего себе. У тебя есть флеш-скор? Да. Посмотри по-братски. Чемпионат Грузии. Что там этот, Гагра, Дива? Впереди чуть больше активности. Пока 0-0. Какая минута? Первый тайм. Закончился? А по этой статистике. Владение мячом хотя бы 30% есть у Гагра? 32. Там со сменой тренера, короче, они вообще настолько... А ты там перестал работать? А? Перестал работать? Кто? Ты. Не, работаю. Там просто тренера поменяли недавно. Все совсем по-другому. А это что, Милан, Интер также 1-0? Интер-Милан. Время! 2-0, Интер. 2-0? Георгий у меня также показывает 4 игры.
Вот. Я вышел и зашел, перезагрузил бота, но то же самое все. Что делай ты мне, скажи, с этим. Тада, ну ты пришел, сразу 7 зрителей стало. А ну, в камеру улыбнись хоть. Твою речь услышали, все начали заходить. Говорят, что за легенда? Что, мяч горяч? Тут зрители просят пообщаться с аудиторией. Тебе пишут, пишут Тедди, привет. Да, да. Там, походу, Динамо забило, что ли? А оно же учитывает сейчас, оно же начало типа учитывать количество игрового времени и составы, количество игроков, в смысле. Нет, оно получается, там же сейчас рейтинг будет. И там, получается, разные рейтинги будут от разных форматов идти. То есть, чтобы это было равноценно. Тебе пишет Дмитрий Д. Тедди, не обидись, если я его буду называть Тедди Бир. Спросите его. Это вот эти старые шутки, да? Подари, сейчас я пойду, а ну-ка, еще раз, давай, на камеру это скажи. Больно. Ну, типа медвежонок, понял? Так и написали, что типа это не я добавил. Не от себя. Что уточнение. Да, ну возраст надо уважать, ты же понимаешь. И шутки тоже. Да, и шутки тоже. Все, все, один-один. Кто-то не оценил шутку и вышел из трансляции, стал 6 человек. Хорош кипер. Или защитник, или оба. Мне нравится в таких ситуациях фраза Руслана. Мне нравится в таких ситуациях фраза Руслана. Я за камерой, я не вижу. Я когда одним глазом смотрю, поэтому, типа, сами решайте. Георгий, что с играми делать? Ты можешь мне ответить?
а то следующая будет последняя. Хорошо, а если я сейчас поставлю игру эту на паузу, пусть эту игру играют там, не знаю, долго времени, и следующую потом, оставшееся время. Да какие варианты? Аланию, видишь, как душат. Алло? Аланию. Да сколько сезонов они уже выходят, их это... Типа, говорят, стадион их не подходит, еще что не подходит. На Динамо Тбилиси. На Динамо Арене. Они в 9 начинают. Да, Динамо Тбилиси, Торпедо Кутаиси. Да. Что, там все плохо? М? Там все плохо? С кем? Со зрителями? С командами. В чемпионате Грузии? Так, какие... 10 кто-то? Команд. 10 команд, из них деньги есть у Батуми, у Тбилиси, у Сабуртало, и все, и у Кутаиси сейчас там что-то Газы. Есть. А? Газы нет. Ты видел, на кого они вместе? Откуда у них деньги? Ну вот, они там в зоне вылета. У них задача остаться в этом, в чемпионате. Не вылететь. Видел этот? Блин, право! Время! Да. Видел это? Ребят, последняя сейчас игра будет длинная, потому что там в боте неправильно поставили количество игр. Поэтому до конца игры играем одну длинную игру. Через сколько, без проблем? 5 минут. Хорошо. 5 минут, 6. Хорошо, окей. Игра? 30. Шарашвили привет передают, зрители. Мы сказали привет, передайте Шарашвили. Процент перехода Каутинь, видел? Не. Что, типа, там было три команды. Динамо Батуми. Динамо Тбилиси. И третий арабский клуб. Третий кто? Арабский. И, наверное, арабский клуб, клуб был? Да, какой-то Саудовская Аравия. Процент то, что он перейдет в Динамо Батуми, был больше, чем в Саудовской Аравии. Он перешел в Саудовскую Аравию. Чем в Грузии играет? Играем! Сколько минут? 16 минут. Эту игру? Да. Какие 16 минут? Сколько длинная? 30. Да. Продолжение следует...
А кто гол забил? Андрей забил. А пас кто дал? Нет, я тут занимаюсь ботом сейчас немножко в телефоне, поэтому спрашиваю. Кто дал голевую Дмитрий Д, подскажи, пожалуйста. Да-да, не видел, кто голевую этому Андрею дал? Кто Андрею голевую дал? Все. Спасибо. Можно? Да, да, да. Ну, блядь. Как он, слева? Справа. Я уже ушел.
я его не догоню. Зеленые, вы опять можете вратаря менять. Двадцать минут. 20. А кто пас дал голевой? Да. Знаешь, почему они его на ворота поставили? Он же знает, как нападающие играют. Ага. Чтобы он не пропускал голы. Хотел перехитрить? Но... Да. Но у них не получилось.
есть улица, где мы столько дома Зеленые вратаря можно менять. Три-три. Ты видел гол, Тада? Ты чё? Мне сказали, что вратарская. Вратарская? Так выбить. Ну, посмотри, как... Дистанисло. Как срезали они в свой рот, это гениально. Да, сходишь по-братски за мячом? А? По-братски сходишь за мячом? Где? Он вон там вот прямо где-то. Нет. Без головой. По-моему, направо, но он не за сетку летел, да, направо гол. Ада, спасибо. Выигрывали. Первый уже не выиграли 2-0, когда Лиман 2 забил. Потом 0-2 и потом 1-1. Или, а не 0-0. 0-0 они сыграли. Сейчас зеленые ведут 5-3, сейчас возможно 6-3. Ай-яй-яй. Давай, забьем.
осталось. Сейчас скажу, подожди, 4, 11. 11. Все, потом не будет? Кого? Потом мы, да? Потом мы. Это не техничный вратарь. Я просто руками проводил. Тихо, тихо, сетка, аккуратно. А что, только четверо новых, остальные все остаются? Где все? Скинь. Андрей прям так неохотно дает пасы. Ну да. Че Джабини не ходит? Да я не знаю. А Чикованя ходит? Да свой вроде уровень. Нет, у него же там это. Свой уровень пошел. Его уровня тут нет. Он чересчур сильный. Сразу надо было бить в одну. Чего там Гагра, посмотри по-братски. Так. Какая минута? 71. А владение 35 хотя. 2 газа, 2 желтых. 0 ударов. Сейчас скажу. Нет. По ударам 4 на 6. А, да, 4. Это владение. 36 на 64. Ого. 36. Ого, больше 35, это сильно. Фол! Да, удивы вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь легионеров. У кого? Удивы.
Да у них, ты посмотри, когда они играли в этом, как в лиге конференции, у них там один грузин в составе вышел. Они же нацелены на их задача покупать, продавать. И у них это хорошо получается. Грузии есть лимит? Лимит есть? Чепотки, да? Раньше был, потом убрали. Ну в Гагре одни мигрели, да? Гагра это мигрели, брат. Как может быть, скажи мне, футбол без мигрелов, а? Ты поэтому приехал сегодня, да? Правильно. Играть будешь сегодня? Да. Где-то написано Станислав. Да? Он играет. Нет, уже время играть. Осталось 6 минут. Ой. Да ладно, он привык большие забивать. Да? Он играет где? А? Сейчас не знаю, но он же играл. Где? Ну он же в Динамо занимался. Москва. К Валере? К Валере? Куда? Фазкон же? Или Фаз... Или Скайдим? Скайдим? У нас игр нет, да, состав уже есть, поверь, я уже это, можно кого набрать. Игр нет, с кем играть? Да сейчас он приедет. Когда приедет? Строить уже? Можно вообще. Ну сейчас 3 недели осталось, сезон заканчивается. 3 игры осталось. Серьезно? Сезон уже заканчивается? Да. Так быстро? Всего 15 игр. Один за год 15 игр? Один круг. А что это за чемпионат такой, скажи мне? Сколько взнос? Взнос 2000 лари. 2000 лари за 15 игр? И прикол, ты играешь один круг с перерывом. Так я про это говорю, я вообще не понимаю, честно. И там, чтобы ты понимал, третью лигу хотят добавить. 2 лиги уже есть, А, Б, по 16 команд. Жестко, жестко. Более прикольнее было бы в мастер-лигу заявиться. У них слишком завышенные требования, честно. Да? 2 комплекта формы, там что-то 4000 лари, взнос, там, короче, прям... Там, я тебе говорю, там вообще не знаю, я... Я смотрел фотографии, там из манишка, это из футбола, только первая лига, наверное, играет. Ну, может, у низших лиг нет за таких этих, но, типа, первая высшая и вторая все одеты. Твоего друга нет, как ты будешь? Там сегодня на одну игру людей слилось больше, чем это записалось. Ты видел? Я сегодня такой, он мне говорит, ты
Давай, запишись типа на игру. Кто говорит? Мой говорит. Ага. Запишись на игру. Я такой, бля, на 8 часов 6 человек будет вести эту ожидание. Я точно туда не попаду. А во второй там 2 человека было. Туда попал. Ну, смотрю, на 8 часов все, кто был в ожидании, туда пришли. Я же тебе сказал, там вот выходные, это самый такой момент, что много кто сливается, и у них много чего меняется. Я уезжаю, а меня не будут среди. Все.